Добрый день, 3 июня, пятница, 18:31, то есть полседьмого вечера уже. Такое кладовка. Вот. Короче, проблема в чем? Полетел велосипед и ролики у ребенка. Нечем ездить. Сейчас жарко. Самокат есть, но ей на самокате не хочется, уже переездила. Жена дала задание все это починить. Короче, велик и ролики. Ролики я что сделал с роликами? Поменял подшипник с левой и с правой стороны. На заднем колесе снял подставку, что тормозит на подшипниках. Короче, почистил старые подшипники в бензине. Песка от грязи. Вычистил все это дело. Прикрутил, нашел ключи, поставил на место. Ролики сделал. Занялся велосипедом. Достал велосипед, оно третик спущены, короче, шины, колеса. Давай искать, короче, ручной этот насос велосипедный, барабашовский. Начал качать, там что-то отлетело, поломался. Достал этот советский еще. Начал качать советским, вот этим. Отломалась ручка, блин. Вот ручка отломалась, трещина уже была, видите? На этом насосе он же с двух сторон, вот эти две ручки, слева-справа, да. Вот, короче, качал уже так, все равно, накачивал, а оно, колесо сдутое, короче. Переднее чуть-чуть сильнее надуто, это вообще. Короче, откручу два колеса в ванную или в тазик большой, проверю водой, и это, бульбашки пойдут, значит, пробито. Как снимать, я еще не знаю. Велика не было. Пишите, как снять вот эти шины или покрышки, как. Я знаю, что в воде надо проверять эту шину, покрышку, чтобы опустить полностью под воду, мыть, мылом намазать или просто под воду, и где пузырьки пойдут, там пробить, отметить это место, ввести, потом обезжирить растворителем или бензином, чтобы подсохло. Накладки я купил для шин, слава богу, еще давно, в мирное время, для велосипеда, вот, и клей у меня есть, вот это наносишь, придавливаешь там как-то, клей все, оно полежит, придавливаешь, все, оно заклеилось. Буду снимать первое и второе колесо, вот такое. Сколько это у меня займет, я не знаю, напишите, как вот это снять, то есть я сдую его до конца, как снять вот с этой штуки. Никогда этим не занимался, но вот ради ребенка придется такое. Раньше просто давал денег. Был у нас мужичок на все руки. И он все делал. Ну вот сейчас этого мужичка нету, ехал в деревню. Приходится заниматься такой чепухой. Все в детстве занимались, я этот момент пропустил. Вот. Колесо тоже крутилось плохо. Если посмотреть, рама наискосок идет, видите? Как-то рама криво, вот как-то она ровно, вот так должна быть, чтобы она криво. Тоже не знаю, что делать, подскажите, вот, что тут можно в такой ситуации сделать. Может, вот эти надо выгнать. Короче, упал с велосипед давно, и вот это, если так смотреть, рама криво идет. Так она должна, видите, она вот так, то есть с этой торчит сильно. Она вот так ровненько должна быть, так. Так, она оп, в сторону. Колесо трется. Короче, буду сейчас ремонтировать велосипед. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, жмите на колокольчик. Всем удачного дня. Пока-пока.